Карантин, действовавший в школах города Якутска на протяжении 3 недель, снят. Такое решение сегодня приняла противоэпидемическая комиссия столицы. С понедельника, 6 февраля, во всех школах Якутска образовательный процесс продолжится в обычном режиме. Карантин был введен 17 января из-за значительного превышения эпидемиологического порога по ОРВИ и гриппу. На сегодняшний день в столице республики зафиксирован спад заболеваемости, поэтому карантин было рекомендовано отменить. Буквально за эти 4 дня сегодня нам говорили о результатах и специалисты Роспотребнадзора, и Управления здравоохранения. По всем возрастным группам отмечается снижение показателей прошлой недели, позапрошлой недели, снижение относительно эпид-порога. И действительно мы говорим сегодня о том, что этот карантин, эти ограничительные мероприятия в целом были очень эффективны. Практически все работали в дистанционном режиме. Дети выполняли определенные задания учителей по предметам. Поэтому, в принципе, мы считаем, что мы не должны отстать.